То есть в нашем управлении обязательно... Нам не надо, вы нам говорите о том, что... Входит, что входит в управление... Договор, договор. Это мы знаем. Нам не нужно это. Ребята, давайте... Дайте сказать человеку, пускай сядьте, там будете говорить. Не перебивайте. Мы свою организацию создаем. Дайте сказать. Мы сейчас, это собрание, нас тут меньшинство. Естественно, что мы сейчас здесь ничего не решили. Нами уже отпечатаны бюллетени для голосования. Мы будем голосовать. По квартире. По квартире, заочным голосованием. Отстраняем предыдущего председателя. И голосуем за нового. Кто хочет, пусть голосует за старого. А, и, а также в бюллетене будет указано, что мы все, как общее собрание, инициируем проверку. Проверку, да. Никаких коммунальных компаний, Твой вопрос, что вы объявили товарищу Парфенову недоверие и переизбрать его. Нет, нет, нет.